Я приветствую вас, дамы и господа, други и подруги. Итак, настал четвертый день каждодневных потасовок. Смотрим, что же нам на четвертый день предложат разработчики. Что за потасовочка? А потасовочка у нас называется кабаны. Кабаны, поехали. Дают опять же металл. Все, уже это, наверное, передумали больше пластик давать или там эту электронику. Нате, ребятки, металл, фармите. Так, та же карта, опять здесь же происходят действия. И так же, как и с гарпунами, походу, будут все пихать в эту лужу. Никакого экшена, короче. Так, ну не будем торопить события, посмотрим. Ага, ну вот видно, тусуемся возле лужи этой и ждем кабана. А кабанчик не идет. Ой, ой. Ну такое себе, блин. Здесь пока ты разгонишься, попадешь кого-нибудь. Нифига он там раздает. И мимо. Да, экшена нету. Не знаю, может кому-то и нравятся такие потасовки. Мне нет, это лично мое мнение. Я не буду говорить, плохая она или хорошая, но мне лично такое не нравится. Слишком скучно. Все не выйдет. Вот лежит кабина красная. И то не забрал. Да, вот это прикол. Неужели? Один и выиграли.